Всем привет, ребятки, с вами снова Немезис. И это уже 621 часть наших с вами обзоров на пушки. И наконец-таки я добрался до прокачку на мифический класс. И в сегодняшнем обзоре у нас будет с вами тяжелая снайперская винтовка. Да, вы проголосовали за нее, поэтому мы на нее и посмотрим. Вот, да, к сожалению, сейчас ролики не очень часто будут, но ничего, потом вроде должно быть почаще, посмотрим. Вот, так что вот так вот, выбрал момент, есть время, есть силы, так что чего. Тяжелая снайперская винтовка, вот она, на мифическом классе, изначально легендарная, потом мифическая. Одна из самых популярных вообще снайперок в игре, к сожалению, уже утратила свою популярность, и знаете почему? Потому что это уже не ваншот, даже на мифике. Очень часто вы скоро сами все увидите. Вот, уже небольшой, к сожалению, спойлер. Вот, потому что я поиграл и сравнил с карателем суровым, и что-то ТСВ как-то, вот, не знаю, ну, вы сейчас увидите. Кто не знает, что это? Одиночный сквозь врагов, восьмикратный прицел. Темп стрельбы 71, вместимость 8, подвижность 50. Снайпа мифическая. Вот с такими вот модулями, тут у нас разброс убирает. И да, еще она недоступна почему-то на фортах. Я не знаю почему, а Афродита доступна. Вот, ну вот, вот логика какая-то, я не знаю почему. Вот, поэтому придется нам пойти на райский уголок и посмотреть вот эта снайпа. Выбил я ее из супер сундука, из моего самого первого супер сундука вообще в истории. И выпало именно ТСВ. Ну вот, я так сильно обрадовался, вот, так что... Она продавалась в фургоне и в сундуке победителя падала, поэтому... А мне из суперсундука выпало. Вот, ну и я ее прокачал за 900 гемов, думал, что ваншот, но сейчас вы увидите, что это нифига не ваншот. Также, ребятки, я прокачал уже и истребитель, и головорез... И еще охотник на слонов. То есть у нас тут с вами обзоров будет. Возможно, я совмещу охотника и головореза. Они вообще, по-моему, не отличаются ничем. Чуть-чуть единиц меньше урона у жестокого головореза. Но, не знаю, я посмотрю, подумаю. Может, отдельно сделаю, может, вместе. Тоже напишите, как бы вы хотели видеть. Сравнение их или отдельные обзоры. То есть напишите. Вообще, я хотел их троих вместе обозреть. Они очень сильно похожи. Но думаю, что ТСВ заслуживает отдельного внимания. И не теряем времени, погнали тестить. Итак, ну что ж, начинаем. Надеюсь, мне тут катки хорошие будут. Вот так она выглядит, красивенькая, без скинов, к сожалению, тоже. Ну, вот бот, да? Так, сейчас я вспомню, как с ТСВ играется. Так, ну ботов в тело ваншотнул. Вот, достаточно удобная снайперка еще. Вот, так, а вот это вот присосочники мне не нравятся. Угу. Бот, ты что, телепортируешься сейчас, да? Вот, пожалуйста, даже бота сейчас не убил в тело. Так, что-то это, я не ожидал, что он спустится сверху, вернее. Спустится снизу, как можно спуститься снизу? Ну, если в подвал какой-нибудь. Так. Да, ну, сейчас вспомню, как с ней играть. А то я что-то это... Что такое? Нифига себе, а чего вы летаете? Вот, пожалуйста, не ваншот. 4 хп у бота осталось. Ну, вы понимаете, да? То есть, смысл прокачки на мифик. В нынешнее время, по крайней мере. Дизлайк, да? Ну, понятно, самые скилловые игроки на свете появились. В голову хедшот, понятное дело, будет ваншотить. Еще нет анимации. То есть в этой штуке нет анимации, но спамить я не буду. А зачем? Ну что, мы же обзор на снайпу делаем, а не обзор на спам, правильно? Смысл? Так, у нас чувак зашел с ультиматумом. Или он был все это время, просто не замечал. Так, ну, примерно вот так вот... Тушотит в тело, ваншотит в голову. Стандартная, элементарная снайпа. Даже вот только урон увеличивается от леги на миф. И, знаете, в нынешнее время вообще не советую качать. Но вы видите, почему. Ну, в голову только если. Да еще и на фортах недоступно. То есть зачем вам это? Только для спама?
Ну, если у вас есть суровый каратель, сразу говорю, каратель будет лучше. И еще и рентген-прицел. То есть тут вообще как бы и урон лучше, и рентген-прицел. Зачем? Зачем вам ТСВ на мифе, я не знаю. Так, ага. О, Даркут, здорово. Ты попал на обзор. Ой-ой-ой, пошел. Куда он там пошел? Оп. Что-то я не попадаю. Ну, попал под конец. Еще и что-то я и не попадаю, да, к тому же. 8 я по очкам оторвался. Очень интересно. Да, скрафтил я ивент, лодку, все скрафтил. Так что, не знаю, не вижу смысла делать обзоры, да и времени нет особо. Сейчас еще и обнова будет. Как-то не думаю, что я буду делать. Угу, видел. Так, в голову. Ну, в голову это всегда ваншот. То есть тут даже, что мне говорить. Ага. А, своих пчел там напускал. Да, конечно, блин, я от них отвернулся, а они меня убили, блин. Вот, в тело не убил. В тело не убивает, к сожалению. Сколько роботов? В смысле? Я в него попал. Почему он не умер? Что-то странное творится сейчас. То есть я видели, в робота попал. Ну... Так, ладно. Ну, короче, долго я не буду с ней играть. А смысл? Да еще игроков нифига нет. Что-то никого нет. То есть, какой-то самый, наверное, скучный обзор, который у меня когда-либо был. Еще эти дурацкие пчелы откуда-то летают. Да отстань ты от меня. Чего? Да как? Он был в окне, что, уже ушел оттуда? Что ты быстрый? Так, ой, наконец-то, да что, я привык к концу ролика, да? Как играть с этой штукой? Да надоел ваш планшет, блин. У меня мифическая броня, у меня какой-то планшет по зоне ваншотит. С 9-м модулем у меня вообще броня мифическая. И меня ваншотит. Это как понимать? Так, убил. Так. Ну, короче, вы видите, я не советую вам качать ТСВ, потому что не ваншотит. Не ваншотит. И если снайперки получше. Тут же мифический прототип, то лучше будет. Так, блин. Вот это было нехорошо. Угу. Так, в голову. Да, я к концу ролика разыгрался. И то не полностью. Да ё-моё. Дурацкие боты. Не люблю я их. Они, конечно, надоедают. Бегают непонятные и еще стреляют как будто своим ботом каким-то. Так, ну да, все. Понятно, конечно. Поначалу скажете, что за нубло какое-то играет. Ну, конечно. Сейчас более-менее уже что-то получается, надеюсь. Ну, вот сейчас ваншот, ну, наверное, хп было мало, да? Да. Ну, короче, вы видите, ваншот в голову, тушот в тело. Думаю, последний матч сыграем и хватит. Смысл мне долго на нее смотреть. Может, даже карту сменим ради интереса. Во, пожалуйста, в тело, не ваншот. То есть. Нет смысла вообще, даже бота не ваншот. Ну, да нормально двигайся, елки-палки. Да дурацкие пчелы, я вас терпеть не могу. Ой... Даже после нерфа они имба. Поэтому лучше используйте какую-нибудь ядерную гранату.
Ну, 19 убил, но что-то как-то вообще скучно, где онлайн, я вообще не понимаю. То есть, как бы давайте, что ли, сменим теперь карту, последний матч на другой карте. Ну что, попробуем здесь сыграть. Так, ваншот в тело. Ну, наверное, мало хп было. Не, смотрите, кого-то... Походу, у него броня не вкачана. Ну, раз даже бота не ваншотнул, то... А, у него деревянная. А бота, может быть, какая-нибудь другая была. Ну, деревянную ваншочу, короче. С восьмым этим модулем. Чем? Прикольно, конечно, но только деревянную. Только деревянную. Это меня печалит. То есть 900 гемов на смарку. Да и дурацкий дизлайк, блин. Возьми что-нибудь поинтереснее. Что-то, наверное, заходит. У меня еще и подлагивать начинает из-за этого. Конечно же. Так, ваншот в тело. Ваншот в тело. А, да что же ваши дизлайки-то, блин? Понапокупали себе и ходят счастливые, довольные, да? А вот этого уже не убил, потому что у него золотая броня. Да, игроки, конечно, у нас... Давайте попробуем сюда отойти. Если меня не закошмарят с этих дурацких дизлайков. Да надоели они уже. Так, ваншот в голову. Убил в тело, окей, да? Ты посмотри, а, троих убил со своего дизлайка. Ты чё, Ну, конечно. Ну, мы проиграем из-за вот этих вот... Да, ладно. Угу. Ну, короче, вот такая штучка, что могу сказать. Не советую качать. Кто? Еще и, по-моему, здесь патрон поменьше, чем у карателя. Мы сейчас потом посмотрим, сколько у карателя, сколько у ТСВ на мифе. Так. Возможно, ролик немножко скучный получился, но поймите, я сейчас не в такой форме, чтобы быть радостным. То есть, как бы, ну, не очень легко сейчас мне. Вот, поэтому такая фигня. Ой, конечно же, я упаду, блин. Хочется поснайперить, понимаете? Не, вот не впрямую в тыл подходить к этим... дизлайком, а вот где-нибудь здесь. Ну вот что я могу сделать? Вот он приперся со своим ультиматумом, со своим дизлайком. Что вот я могу сделать? С одной ТСВ не ваншотный в тело, блин. Да еще и свои невидимки понабирали, блин. Ой. Классика ПГ, да? Да алё, я нажал на кнопку. Да блин, да хара меня тут спавнить с этими уродами. Извиняюсь за выражение, ну... Достали уже, честно, со своими дизлайками. Дайте мне поснайперить. Ну иди ты отсюда, да... Ой. Да, ну мы проиграем, это понятное дело. Конечно, меня кто-то замедлять начинает. Короче, конечно, перезарядка и дурацкая пчела обязательно прилетит. Нет, давайте еще раз какой-то идиотский матч. Вот что это за игроки? Ноунейм какой-то вообще непонятный. Все, финальный раз. Хочу все-таки выиграть. Извиняюсь, конечно, но я не так не брошу. Я должен выиграть с этими дурацкими дизлайками. Что я могу сделать? Надеюсь, они будут в противоположной в моей команде. Ну-ка, ну да, вот кто-то появился. А. 84 хп я оставил. Почему так? Восьмой модуль, алё, блин, что за фигня? То есть, короче, вообще не катит. Вообще не катит ТСВ. Ну да.
Ну ладно, тут мы, наверное, выиграем. Понятно все. Ну тут матч я оставлю, фиг с ним. Да, чувствую, что-то я, конечно, снимаю из последних сил своих. Потому что нужно уже давно не было. Что нужно? Да. Пока я лазейку ношу. Ну, выйдет, наверное, на следующий день. Я уже не буду сейчас ничего монтировать. Нет ни настроения, ничего. Да, даже играю из последних сил. Не очень-то мне и хочется. Да еще и пушка такая, блин. Ну, ваншотит в голову, тушотит в тело. Элементарная, стандартная штучка. Которая вообще должна в тело на мифе ваншотить за 900 гемов. Не ваншотит в тело. Ну, в общем, ну вы понимаете, да? Уж если касаться обзора. Чего? О, вот этого ваншот, ну нормально. Может, тоже в мало хп было. Так. Что тут вообще происходит, блин? Мега-разрушитель. Да я даже плохо попадаю, блин, не могу. Настроение, говорю, играю из последних сил вообще. То есть, как бы, что могу, то и делаю. Ну вот, пожалуйста, не ваншотит, блин. Каратель бы ваншотал. Ну, тоже не всегда, то есть, помните, да, по обзору, не всегда. Ну, чаще, чем ТСВ. Блин, ну ТСВ, да, еще и рентген прицела нет. Ну, короче, делайте из этого выводы. Так. Еще и ботов полно тут. Ага. Даже с прицелом играю. Настолько уже все. Ну, сейчас убил без прицела. Ладно, я рад, конечно. Боб. Да боже, надоели эти дизлайки уже. Блин, ну, что-нибудь другое возьмите. Зачем играть с дизлайком, блин? Кстати, на него, может, и будет обзор. Не знаю, блин. Ну, я не очень хочу рочить. Не очень хочу. Ну, может, настроение будет там, не знаю. Сделаю. Тоже напишите, хотите или нет. Если, конечно, вы досмотрели до этого момента. Да. Ну, сейчас вроде у меня по активу все нормально. Там 2 видоса за 1000 набрало. Это очень хорошо. Я рад, что вам нравится, что вы ждете. Поэтому я и делаю из последних сил. Блин. Потому что народ ждет. Что ж. Че бы и не делать. Блин. Боб. Да стань ты ровно. Да боже ты мой, блин. Да. Дурацкие дизлайки. Вас терпеть больше не могу. Все заруинили. Ну вот, блин, ну вот он мои фраги стилит. Еще и не ваншотит эта штука, блин. Что я могу сделать? Да идите вы нафиг, еще и ультиматумы свои набрали. Вот обязательно он подпрыгнуть должен был. Ну вот. Ой, 38 нарочил с дизлайка, а я 14, блин, набил из последних вообще сил. Ладно, вы все поняли, что тут еще говорить, погнали делать итоги. Ну что, в заключение могу сказать, что каратель был лучше, чем мифический ТСВ. Не качайте, ребятки, вот тут я вам не советую. Смысла вообще ноль, то есть он не ваншотил. Он только одного бедного, наверное, деревянная броня, и ту не прокачанная была. Может быть, поэтому я его и ваншотил. Ну, вообще, то есть, она, блин, ну, просто по аббревиатуре, хочется сказать, в мужском роде, а так это она, не ваншотит в тело, блин, ну, вот, нет смысла качать. То есть, на лиге что-то ушотил, что тут ушотил, что в голову всегда ваншотил, еще и недоступно на фортах. Зачем вам это удовольствие, я не знаю. Только если что, там нет анимации в спаме, ну, блин, не надо, лучше вот, выстрел возьмите, вот это вещь, вот это ваншоты за ваншотами были. Ну, ТСВ как бы смысла не вижу. То есть я вам правду сказал, вы уж доверяйте мне, я вам фигню не скажу. Сразу сказал, что она не ваншотит. Ну вот вы видели, вы убедились, вот смотрите, сколько по обоим у нее 8. А, тут даже 7. Ну все равно как-то перезарядка очень часто была. То есть чем она еще от карателя отличается? Только обоймой и рентген прицелом, да? Ну это ей... А вот я не знаю, каратель он сквозь стены стреляет? Ой, сквозь врагов.
сквозь врагов стреляет или нет. Вот это тоже напишите, я что-то не замечал. Ну вот мне он был приятнее, вот честно говорю, то есть не вижу смысла вообще вам качать. Ну вот, и сразу скажу про них, они тоже не ваншотят, но мы на них тоже, естественно, посмотрим. Только напишите в одном видео или в разных. Два разных обзора делать, либо сравнить. Либо сделать два обзора, а потом сравнить. Но не вижу смысла. Наверное, все-таки я сделаю разных два обзора, но вы напишите все равно, что вам было бы интересно. На истребитель мы посмотрим отдельно, это отдельная тема. Но не буду спойлерить, что делает истребитель на мифе. Вот не буду. То есть гадайте, ваншот, не ваншот. Может, кто-то сам знает, можете написать. Пишите тоже свои предположения, будет ли это ваншот или нет. Не знаю, какая будет следующая пушка. Может, второй опрос сделаю, посмотрим. А так, выводы. Не качайте. За 900 гемов вообще нет смысла. Не ваншотит. Вот, ну я, естественно, возвращаю свой любимый прототип. Не кота винтовку, я ее не люблю. А именно мифический прототип, конечно же. Вот. Ну, в принципе, вот такой вот обзор странный. Да, извиняюсь, что такая фигня. Постараюсь как-нибудь наладить все. И выпуски, может быть, будут почаще, надеюсь, уже. Вот. Как бы вы дождались видоса. Он должен выйти, надеюсь, на следующий день. 10 дней до конца пропуска. Обнова скоро. Ждите. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Заходите в мой клан. Вот ID. Заходите на сервер в Дискорде. Всем удачи и всем пока-пока.